В общем, полетали мы на дроне, а позже видео выложим. Очень такой милый, симпатичный Загреб вечером. Зато еще, если проснусь утром, тоже снимем. Сейчас хотим что-нибудь поесть, что по-быстрому. А потом вечером заняться спортом немного. Кардио, пробежка. Ну. Ага. Планика. Похоже улицы на Будапешт. Да? Угу. Знаешь, сколько стоит, бать? Сколько туфли стоит? 239 кун. 2390. Ага. А это, смотри, 2029. А это 2000, да? В общем, 100 кун это 1000 рублей. А вон, смотри, сумка 2000, почти 3000 рублей. Идем, сумка. Ну, просто так я. Здесь она кожаная, наверное, натуральная кожа, да? Нет, конечно. Нет? За 2000 рублей не может быть кожа, да? Тысяч за 6 еще так. Да? Выбрались мы в город, ура! Ой, ну ладно. Прям вот это. Большой город. Еще выберешь не один раз. Где есть Макдональдс. Бургер Кинг. KFC. Много магазинов. Много магазинов. А то все в деревне, да в деревне, да? Тут прикольные велосипедные дорожки. Мне тут нравится. Да. Продумано сделано. А тут там, блин, вообще у нас прям по дороге гоняют, да? Видишь, как она едет, она прям уверенная в себе. Она может даже, мне кажется, сбить себя легко. Просто даже так это. Еще закон на ее стороне. Еще, наверное, денег себе потребует, если ты это. Велосипед ей это. Да. Повредишь. Что она сказала? Прямо идти, да? Да. Прямо идти. Полиция. Везде полиция. Прямо-прямо, говорят, и там всякие ресторанчики. Так. А вот тут типа бургер какой-то. А нет Макдональдс? Бургер. Это бургер, а не бургер. У нас просто сейчас нет времени. Мне надо что-нибудь сейчас возьмем просто поесть домой. Потом пойдем гулять и поедим уже конкретно. Или завтра поедим. Просто сейчас что-то надо взять и идти поработать. Сербская девушка. Нет, тоже хорватская девушка. Похоже. Вообще так симпатично, да, здесь? Ну, да. Вон тоже там, видишь? Вот это, походу, самая центральная улица у них. Прямо в центре, видишь, магазинчик овощной. Все, что хочешь. Такси, смотри, какое маленькое, да? Экономичное такси. А тут видишь, тоже для велосипедиста сделано. Да. Самое главное, что надо, чтобы никакой велосипедист не сбил. Ага. Если что, с телефона сейчас зайду и скажу, что там меня подождали минут 15. Да. Я теперь все не работает. У тебя же есть телефон пока мой. Ну да, стою, хожу. А здесь даже ночью так это прикольно, светло, да? Ну конечно, это же город. Значит, пока поработаю, ты можешь поспать, а потом мы погуляем. Да нет, какой спать? Не хочешь спать? Ну да. Точно.
О, магазинчики, смотри. Интересно, где дороже, здесь или в Риге, как думаешь? Я думаю, в Риге. В Риге? Да, потому что там же море рядом. Курорт? Конечно. А здесь столица. Ну, может, одинаково, мне кажется. Ну, что-то дороже. Ну, поедем в Риге. Мы в Риге, там уже знаем, где центр торговый. Там будем покупать вещи. Там выбор особо нет. Почему есть? Так. О! Пошли, Магда. Сейчас быстро возьмем на вынос. Или посидим даже, давай, Wi-Fi есть там, посидим. В общем, сегодня день Макдональдс. А? Да, можем, кстати. Давай закажем что? Я карту достану. Здесь есть, да? Ну да, конечно. Карту. А? Карту. Вот Биг, о, Биг Тейсти есть. А вот Биг Тейсти. А, это нет, это, по-моему, это с беконом. Ты хочешь Биг Мак себе? Вот можно. 220, нормально? Давай, нормально. Нет, сейчас. Чикенбургер, тейси, чего? Я хочу Биг Тейсти. Нормально. Смотри. А есть какие-нибудь бонусы сразу? А вот бонус, смотри. Не, а есть какие-нибудь комплекты получше? По Кока-Колы там что-нибудь? Комплекты с Кока-Колой что-нибудь есть? Это без Кока-Колы. Вот меню бургеров, смотри, вот меню бургеров. О, Биг Тейсти, бекон, бак, так. Биг Мак меню. Биг Тейсти, бекон, бак, да? Блин, кола маленькая вообще, надо большую колу. Ну там, наверное, можно выбрать, что большую. Что, давай, выберем. Ну я отдельно могу колу взять, давай, ты что хочешь? Стой. Ну бери что-нибудь. Блин. Думаю я. Ну выбери сам себе, что ты хочешь. Вот я Биг Тейсти, просто бекон не хочу. Что это за бекон? Можешь Биг Тейсти, вот. А, Биг Тейсти меню, вот, да, Биг Тейсти меню. Вот. А что такое? А, вот большой, да? Да. Да. Средний, 0,5. Да, да. Так, все или что? А второе теперь, это я заказал, да? Я не пойму, что такое. А ну по-английски, кстати. Так, вот это первый я заказал. Так, ты же заказываешь теперь сейчас. Че тут один нарисовал? Я не пойму, что такое. Тренинг. Надо было по-английски его заказывать. А где английский? Там был английский и сербский. Ладно, давай, перепиши. Подожди, ну, давай вернемся. Правда? Давай. Может, пойдем на кассу, блин? Пойдем. А где они там? Я думаю... Нет. Не, один. Сейчас сама скажешь, что надо сделать. Ну, что-то не жарко, жарко. Добадан, мне требуют Биг Тейсти, Биг Тейсти, комплект за 4,10, 2 куна, Биг Тейсти, Мак меню Биг Тейсти, Кока-Кола, Potatoes and Биг Тейсти, 4,10, 2 куна, ну что хочешь? Гамбург, нет, чизбургер, кола маленькая и кромки.
да. Ой. Ведра, а ты едешь на крыше, значит, ты... Не с собой, здесь сидим. Давай, я пока сейчас Wi-Fi подключу. Так, ну у нас сейчас будет небольшой McDonald's Battle. В общем, мы в Макдональдс решили побаловаться немного бургерами. Big Tasty. Очень жарко. Так, надо сейчас написать будет человеку. Все бьют, нету этого, да, Big Tasty. А понятно почему. Бомба. Я скучал. Да? Сегодня была уже солена. А тут солена.
сейчас, сейчас что-то придумать. Не знаю, а ты видел Макдональдс, про Макдональдс? Интересно, да? Нет, я забыл сказать, что было одну гречку колы. Сейчас пробежимся. Все скинем. А жир так ложится? Нет. Нам, в принципе, тоже в одном месте становились тоже, да, уже? Такой пакет, прям чувак нервничает. Что говорит? Что не говорит? Я тут думал из Макдональдса заниматься, здесь нереально, здесь очень громко. Я через 5 часов, минут 5, мне 7 до отеля идти. Не до отеля, да, ну, квартиру мы снимаем в центре. Я тебя сразу набираю, ладно? Ладно.
Ладно, пойдем. Все, закрывай. Пойдем погуляем. Немножко. Так, дверь закрывай, я хочу включить, где ты не закроешь. Да, вот здесь вот туалет. Ты была в туалете? Кухня здесь. Ой. А где она включается? Вот здесь кухня. Но здесь сказали, готовить нельзя, есть можно, готовить нельзя. У них здесь плиты, видимо, нет, видишь? Ну там подогревать можно. А, да, ну что-то они, в общем, не хотят, чтобы мы готовили. Да нам зачем готовить, на улице поедим. Вот. Там, короче, вот в этой комнате, ой, что-то здесь, какая-то плитка треснула. Пошли, ладно. Какая-то картина какого-то хорватского Рембрандта. Ладно, пошли. Здесь свет не горит, что ли? Что-то здесь как-то темновато. Вот я сейчас... Завтра смотрим. Ну, смотри, это что такое здание какое-то, видишь? Такое белое, красивое здание. А купол светится. Да. Может, театр? А концерт там, да? Пойдем же посмотрим, что там. Сейчас посмотрим, да. Павла Хатца, улица. Как ты тут пел песню, помнишь? Кто? Похожее слово. Кто пел? А там скорая помощь, это... Дежурный. Потому что там людей много. То есть кому-то плохо станет? Да, или пожар, видишь, сразу что экстренно, не то что у нас. Пойдем взять. Надо сначала посмотреть машину. Нет никого, никаких машин. Там кто-то поет, смотри. Куда? Возьми. О! Смотри, сколько людей там. В общем, идем на концерт какой-то, не знаю, какой-то концерт. В общем, центральная площадь напротив центрального вокзала, и здесь концерт. Конечно. Ты же хотел концерт. А сейчас будет танц. Куда ты хочешь пойти? Ну да. А вот здесь можно посидеть. Понятно, Thank you.
на шотландскую музыку похож. Инструмент играет, да? Да, да. Понимаешь, что делаешь? А я минуту всего сняла. А? Минуту. Ну, выключи тогда. О, видишь, классик. Добродушный. Да-да. Дослушаем уже. Или ты уже все наслушалась?